Найм или фриланс? Это же вопрос про риски, которые возникают. В найме я работаю 17 лет, но сюда-то я боюсь без стабильности, зарплаты. Угу. Есть желание зарабатывать больше и больше. Да. Вы должны думать, насколько вам важно то, что вы получите в результате. Хочу больше денег или нет? Хочу больше денег, да. Дальше вы превращаетесь в настоящий качественный фриланс. Поиск найма или фриланса, оказывается, проблема была совсем не в этом, и благодаря факт-карте все стало просто. Ну, я знаю, куда идти. Как привнести свои отношения, существующие с мужем, эмоциональную близость? Они встречаются заново, когда у них нет общей цели, нет эмоциональной вовлеченности, есть куча нанесенных друг другу синяков и ссадин. Близость, она начинается с чего? Все будет хорошо. Скоро поедем на море. Как вы думаете, в его голове вы такая, как вы у себя в голове? Нет. Ваш муж женат на другой женщине? Я увидела, ну, поэтапно, да, что мне нужно сделать, с чего начать. Благодаря факт-карте мы смогли это увидеть. Изучаю мышление, и так как у меня мальчик, хочется, соответственно, научить их тоже мыслить. Ребенок, которого мы пытаемся оснастить вот собственными интересами, он, возможно, для этих интересов еще не созрел. С детьми важно. Ваши с ними отношения. Мы можем думать про мышление, а у нас ребенок может не быть способным к сильному мышлению. Важно, чтобы он знал, что вот то, что он понимает под любовью, вы к нему испытываете. Удалось посмотреть на задачу с другой стороны. Мне теперь понятно, что я конкретно буду делать.